как своими руками создать невиданной красоты вещь, которая украсит ваш быт. Один из вариантов – дать привычным предметам новую жизнь, используя технику декупаж. Такой способ декорирования предполагает создание картины путем приклеивания изображений с бумаги. Сегодня химчане украсили разделочную доску на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству. Декупаж нам пришел из 15 века, из средневековья, из самой красочной страны Китая. В 17 веке он уже достиг пик своей славы и дошел до наших дней. Что можно сделать в стиле декупаж? Очень красивые вещи, которые можно подарить друзьям, знакомым, на любой праздник. Техника несложная, освоить ее может каждый. Сначала необходимо подготовить поверхность доски. Важно тщательно отполировать дерево, чтобы рисунок хорошо лег. Затем наносят фоновую краску. На нее прикладывают салфетки с рисунком и фиксируют декупажным клеем. Тематические мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadmhimki.ru.